Следующая героиня – это одна из моих любимых актрис наших, ну, советских еще. Это Анастасия Вертинская. Я ее сделал для выставки в Краснодаре. И там ее быстренько купили, пока вот сейчас ей шьют шубку. И как шубку и сошьют, отправлю заказчице. Это был фильм «Безымянная звезда». В общем, она такая дама, которая привыкла принимать ванную 36,6 градусов. Ну и понятно, что вода была такая, не горячая, не холодная. Ну и так далее. Вот поэтому такая. Сигаретку надо еще, и тогда вообще будет полный образ. Где-то сигаретки валяются, сейчас ничего не найду.